Солдаты, матросы и летчики союзных экспедиционных войск. Вы отправляетесь в великий крестовый поход, к которому мы готовились много месяцев. Глаза всех жителей мира устремлены на вас. Свободолюбивые люди повсюду молятся и надеются на вас. Вместе с нашими храбрыми собратьями по оружию на других фронтах вы добьетесь уничтожения немецких. Thank you.
Держитесь здесь и следите за дорогой! Капрал Тейлор, ты со мной! Надо установить тут КПП! Тейлор, они здесь! Сторона моя!
Викер 1-6. Вызывает Шугар Чарли 6. Дислокация Пуэн-Духок. Задание выполнено. Нужны подкрепления и боеприпасы. Высокие потери. Отбой. Будет исполнено. Отбой. Come on!
и Фокс. Пошли. Ранены!
Пусть летчики знают, что мы все еще здесь! Рядовой! В укрытие! Капрал Тейлор! Дай зеленый дым на крыше бункера! Они и нас уничтожат! Они будут знать, что мы здесь! Одиноком, открытым всем ветрам утёк. Кажется, у нас там крики впереди, но не могу установить визуальный контакт. Обнаружил зенитку с другой стороны живой изгороди. Там расчет минимум из двух человек и пара МГ-42. Мне нужно огневое прикрытие для атакующих. Гарсия, Хокинс, берете левый фланг вместе с Рассетти и Джонсом. Остальные за мной. Бросайте гранаты, как только подойдем. Брейбер, Макловский и Тейлор, поддержите нас огнем отсюда. Сдерживайте их, пока мы не подойдем. Фланговый удар! Пошли, пошли! МГ-42 в огне! Команда с Крисом стережет по изгороди около дома! Используйте дымовые гранаты! Резолвор!
комната чиста! Это он! Проверьте, что прочисто! Слева от нас! Окей! Мы очистили этот дом! Дамы карат, мы не знали, что мы в Деконке! Мы на Боден! Американские инфанты! И следите за противником. Все остальные займите позиции по периметру.
они? Немецкая контратака! Немецкие солдаты! Там! С другой стороны поля! Северо-восток отсюда! Бегом к полковнику Блейку и выбей для нас подкрепление! Уже, сержант! Это док 5. Задача выполнена. В точке F. Вражеская пехота контратакует. Просим дополнительную поддержку. Док 5. Это Бейкер 6. Позвал несколько шарманов к вам. Время прибытия 5 минут. При всем уважении, сэр. Я не думаю, что мы продержимся долго. Спокойно, док 5. Удерживайте город, пока мы вас не освободим. Отбой. Хорошая работа, ребята. Проверьте, что ваши сектора хорошо укрыты. И мы встретимся здесь снова через час. Свободны.
7 декабря 1944 года. Войска союзников пересекают границу Бельгии с Германией и сталкиваются с ожесточенным сопротивлением немцев близ городка Бергштайн. Высота 400... Штаб хочет, чтобы мы приверзли задницами к этому холму до завтрашнего вечера. Но сначала мы должны выбить ганцев из этого городка. Не отходить! Окей, идем! Завтраком! Надо степить, мода! Отходить!
отсюда! Команде. Выбиваем двери и кидаем гранат. Готовы? Пошел! Они гранаты! На Киев!
поле!
Группа ДОК слушает. Прием! Остались только мы. Все остальные либо мертвы, либо ранены. Батальон обещал скоро освободить нас. Но я бы не расслаблялся. Немедленная контратака! Контратака! Бегем! Идем! Пошли! Уйди туда и уничтожь минометные команды! За мной! Все мои! Там! Не дайте пицам войти в этот бункер! У нас там полно раненых! Ну, пошли, ребята! Помоги мне! Команда на северной дороге! Ну,
Используйте все, что можете схватить! Заберите оружие и боеприпасы! Перезарядите оружие! Подкрепление на 5 часов! Отставить огонь! Слушайте! Подкрепление уже в пути! Расчетное время прибытия 5 минут! Дети, два дня!
Гер 51, они слишком не торопились. Мы сделали это, парни. Смотри,
neben dieser flachen Mauer da drüben, östlich von uns! Ja. Hier ein Geschenk von uns! Хорошая работа. А! Вокруг все еще полно фрицев! Будьте начеку! Не расслабляться! Фрицы! Вот это ящик! Огонь! Перебейте этих лучшие войска Германии надрали им задницу и отправили плакаться к мамашам вверх по Рейну. Я горжусь, что служу вместе с вами, мужики. Вы все отличные рейнджеры. Сержант Рэндалл, еще кое-что. Я не знаю, как там по поводу джентльмена, но я тебе предлагаю стать офицером. Ты не хотел бы быть лейтенантом? Сейчас трудно найти хорошего лидера. Что скажешь? Я был бы очень рад, сэр. Но дело в том, что нам тогда будет недоставать сержанта. Вы могли бы обратить внимание на капрала Тейлора? Я это запомню, лейтенант. Иди поговори со своими людьми. Свободен. 16 апреля 1945 года. Красная армия начинает атаку на Берлин.